44-летний житель Саранска до смерти забил своего гостя. Происшествие произошло в 141-м доме по проспекту 60-летия октября. В ночь на 21 октября 2023 года в городе Саранске в гостях у подозреваемого находился 39-летний знакомый. После распития спиртного фигурант дела стал выпроваживать гостя из квартиры домой, однако тот уходить отказывался. На этой почве у собутыльника вспыхнул конфликт. Владелец квартиры решил показать, кто тут хозяин, и стал избивать руками и ногами своего оппонента по различным частям тела. Когда знакомый перестал сопротивляться, 44-летний мужчина лег спать. Проснувшись утром, он увидел, что собутыльник не подает признаков жизни, и сам сообщил в правоохранительные органы о случившемся. Пролетарским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Тем временем в Старошейковском районе вынесли приговор 63-летнему жителю села Старая Федоровка. Из-за рукоприкладства своего сына пенсионер взял в руки нож, которым ранил родственника в грудь. Все произошло 20 июня во время застолья. В ходе распития спиртного между отцом и сыном произошла словесная ссора, в результате которой сын ударил отца кулаком по лицу, отчего у последнего пошла кровь из носа. Оскорбленный таким поступком, отец в ответ ударил ножом, лежавшим на столе, в грудь сына. Родственнику был причинен тяжкий вред здоровью. 63-летнего мужчину, ранее отбывавшего наказание за аналогичное преступление, снова ждал суд. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Анастасия Истемышева, программа «Происшествия».